Молодец. А в каком ты классе сейчас? Ты куда, да? Девятый класс. Девятый. Сколько ты лет? Молодец, выиграла. Значит, это особенная такая прелюдия и фуга. Здесь вроде как простая прелюдия и одна из самых сложных фуг. Знаешь, в чем здесь сложность этой фуги? Это не во много четырехголосных. Это одна из самых концентрированных. Фуг, здесь нет ни одного такта, где не звучит тема. Интермедий вообще нет. Mm-hmm. Это очень сложно, чтобы везде все время какие-то стрэты. В общем, мы сейчас похватаемся. Значит, единственное, вот, что сразу я бы обратила внимание, это стиль исполнения. Мне кажется, что он немножечко ближе тебя к Шопену и к композиторам-романтикам, особенно это в прелюдии слышно. Это связано прежде всего с использованием педали. Вот, потому что музыка, она такая очень светлая, она располагает к тому, чтобы вот так вот красиво прозвучать. Но надо помнить, что во времена Баха не было такого замечательного инструмента, как фортепиано, и педали не было. А на каких инструментах Бах играл? На каких инструментах он музыку писал? Органы еще. И? Еще один инструмент. Еще клавесин, наверное, знаешь. Харпсихорд. Ты знаешь такое? Орган — это большой инструмент, у него очень как бы мощное такое звучание, и он не очень техничный, на нем, например, быстрые вещи не сыграются, а у Баха очень много быстрых вещей, например, такой висит. Вот, и особенность такая была, что, во-первых, педалей не было, и струна ударяла на молоточек, а там было такое перышко, и оно щипало струну. Висит такой противный звук, и он очень долго тянулся. Вот там было, это что, вот так, и это было, вот там было, я тоже, я походу, я вот, поэтому, конечно, у вас здесь возможно использование педали, так как, я думаю, если бы у Баха было фортепиано, он бы оценил это изобретение, но все-таки у него его не было, поэтому педали немножко меньше, я бы не на целый так брала, это много. Еще одна особенность. Педаль мы можем брать не только до конца, а мы можем брать педаль до половины. Смотри, на рояль покажу. У педали есть люфт. Вот нажми, чуть-чуть нажми. Чуть-чуть нажимаем. Покажи. Вот чуть-чуть нажимаем. Смотри, я нажала. Не работает. Еще чуть-чуть нажал, не работает. Это люфт. Он везде разный. А вот дальше идет полупедаль. Вот если ты на такой педали будешь играть, вроде и педаль есть, и в то же время ясность не теряется. А это уже Брамс или Шопен, это уже другой совсем стиль. Вот, поэтому, да, найди вот это место, где педаль не до конца. У каждого инструмента свой люфт, и потом своя полупедаль, и потом уже полная педаль. Вот надо обязательно на репетиции найти, где я буду эту педаль нажимать. Вот так, или вот так, или вот так, но не так. Вот, это первое. И еще немножечко артикуляции пальчиков. Сейчас, язык такой нам. Сейчас, язык такой нам. Сейчас, язык такой нам.
Чигит балхай. И по звуку, и по времени. По звуку тоже не делаем. Вещи не делаем. Это не очень хорошо. Ровненько. Чигит. Чакрошку, да? Эй, педалюшка маленькая, просто ровненько сыграй. Послушай вас. Что надо слушать? Вот первый раз, когда ты даешь гармонию, она новая, а второй раз она просто повторяется. Не надо второй раз ее опять еще раз показывать. Первый раз показала, а это повторение. Хоёрудаа давтагдаж байгаа яг тэр баруун гар дээр тий эхнийхээгээ харуулсан хоёр дахь нь давтагдаж байгаа учраас заавал тэгж тод дарах юм уу гэж ойлгосон. Тогда у тебя будет очень точное вот здесь. Тебе удобнее будет, если пальчик сам будет немножко, ну, справляться вот с донышком. Тогда пиано, любое пиано у тебя прозвучит. Не будет пропускаться, если там, ну, какой-то инструмент бывает сложный, какой-нибудь громкий или слишком тихий. Хурууда өөрөөр хуруугаа яг тэр даралтын дээр нь өөрөөр нь бэлтүүлээ тэгээд жоохон даралтынхаа гүнийг мэдрээд яваад ах юм бол үү. Даралтынхаа нөгөө гүнийг жоохон мэдрэх нь шүү дээ. Пиано аярах нь. Ну, все слышат, все. Знаешь, далеко-далеко туда, пиано. Thank you.
количеству, по длине. Mm-hmm. То есть по длине сложно ребенку сразу сориентироваться, немножко раньше снимать или еще. Mm-hmm. Можно просто брать полу педаль, mm-hmm. чтобы она не была такой гулкой. Mm-hmm. Вот, немножко артикуляцию, то есть mm-hmm. приблизиться можно. Mm-hmm. Так, а по фуге, тут я подробно копаться не буду. Вот, единственное, что вот мы когда с детьми начинаем фуги разбирать, первое, это мы разбираем тему, ее характер, ее структуру. И потом я прошу не целиком приносить, а там голоса или двумя руками. Мы первые несколько уроков мне дети играют одну тему. Вот с какого бы пальца она ни начиналась, какой бы рукой или передачей из руки в руку, мы играем темы, мы унифицируем интонирование. Мы сейчас попробуем со студенткой найти вот это интонирование, что из себя представляет тема, и протащить вот эту интонацию активную, там, квартовую, через музыкальную ткань. Вот это вот важно. Это кропотливая работа, она не предполагает формат мастер-класса, это вот в классе еще добрать. Потому что она молодец, выучила, большая работа проделана, и ваша, и ее. Вот можно немножко еще обострить вот эти вот интонирования, и будет более выпуклая фуга, более активная. Хамгийн эхлээд фугаг үзэхдээ нөгөө хүүхдүүдтэй заахдаа хамгийн ихний тема гэж байдаг шүү дээ. Темагийнх нь одоо гол аяынх нь характерийн тэгээд тэрийг нь хамгийн эхлээд сайн судалдаг. Тэгээд тэрийг яг ямар характертай байх уу, хаан эхэлж гэн тэрийг бүгдийг нь эхлээд хүүхдтэйгээ тэрэн дээр нь ажилтдаг гэж байна. Тэгээд тэргэлэг бол ямар ч үсэн юм хэцүү фугаа сурцсан сайн байна. Одоо энэ фугагийнхаа гол аяыг өшөө жоохон хурцлаад, өшөө жоохон юм нягтралтай, ялгарамжтай болгоё гэдэг чинь. Значит, сыграй, пожалуйста, темочку. Просто одну, два такта. Тема. Эти четыре ноточки. Что это за ступени? Что это? Какой это интервал? Я про интервал. Интервал это чем? А, это кварты, да? А какой характер у кварты? Вот вы когда на сольфеджио слушаете, какой характер у кварты? Это спокойный интервал или это активный интервал? Интервал интервалу и свылихит. Кто интервал? У нас есть, да, конечно, есть мягкие интервалы. А есть кварточка, да? Сразу вот хотелось бы, чтобы вот на эти четыре ноты, за четыре ноты, состоялась эта кварта. Вторая еще активнее. Две кварты. Да, сначала была одна кварта. А теперь целых две. А после не Пошла мягенько.
следующую ноту. Акцент на раунд рота. Цоешка получится. Мягче там получится. Мягче. Мягче, да, дослушала.